Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Этот пылесос интересен в первую очередь тем, что он очень легкий. Всего 1,5 килограмма за счет того, что многие детали этого пылесоса созданы из авиационного алюминия. Он достаточно мощный, ну, для своей цены, понятное дело. 150 Вт мощность, при этом комплект, как видим, замечательный. У нас тут 4 щетки, плюс щелевая щетка для диванов, для швов мебели, к примеру. Мощность этого пылесоса 150 Вт. При этом потребление, по крайней мере, на стандартной скорости 450 Вт. Способен проработать на стандартном режиме всасывания 150 Вт мощность. Есть еще и Max. До 60 минут, до 1 часа этим беспроводным пылесосом можно убирать вашу квартиру либо дом. И на самом деле это неплохо, учитывая сколько он стоит. А сколько он стоит, можно посмотреть по ссылке под этим видео. На Озоне он продается. Пожалуйста, оцените, посмотрите. И в этом обзоре я расскажу его плюсы и минусы. И сейчас, конечно, мы пропылесосим. Посмотрим, как он в действии, как он работает. Самое главное. По характеристикам это практически все. Отмечу, что заряжаться он может очень удобно. С помощью кронштейнов можно его прислонять к стене. Это здорово. В комплекте есть кронштейн зарядный. Ну и зарядное устройство, понятно. Единственное, комплект хороший в плане щеток. Их здесь целых 4. Притем щетки такого хорошего действительно качества. Я сейчас проверю, расскажу свои ощущения. Здесь целый набор. Реально 4 штуки. Выглядит здорово. По-настоящему здорово. Сам пылесос полностью разборный, это удобно. Действительно удобно. Он, как и говорил, легкий, 1,5 килограмма, это особенно прекрасная половина человечества оценит обязательно. Система фильтрации двойная, то есть грубый фильтр, это в пылесборнике. Заодно, когда мы опустошаем пылесборник, и можно, кстати, совершенно легко почистить этот фильтр. И сверху HEPA-фильтр более тонкой очистки. Также к нему очень удобный доступ, просто вытаскиваем, продуваем. Мыть бы я его не советовал, это бумага, не нужно, но почистить, продуть совершенно без проблем, и будет пылесос еще долго вас радовать. Не забывайте это делать, потому что спустя какое-то время, возможно месяц, а возможно даже целый год, в зависимости от того, что вы убираете, сколько у вас домашних, есть ли дети, есть ли домашние, особенно животные, кошки, собаки, от которых очень много различной шерсти, фильтры обязательно нужно периодически залезать и чистить, потому что снижается очень сильно мощность. Это делать нужно обязательно. Все это легко чистится, на самом деле, как и щетки. Но давайте посмотрим его в работе. Выглядит все замечательно. Достаточно приятный, красивый пластик. Все просто, без изысков. Это все-таки не топовый пылесос. Это такая рабочая лошадка. Можно сказать, цена-качество здесь очень хорошее. Обратите внимание, это пылесос для сухой уборки, не для мокрой. Моющего модуля здесь нет. Но справляться должен на ура. Это мы сейчас и проверим. Приступаем.
Ну что, тесты пылесос прошел, различные типы насадок я использовал. В основном, конечно, было очень интересно посмотреть, как он справляется с загрязнениями на полу, при том на стандартной скорости. При этом отмечу, громкость 78 дБ, на самом деле это не очень много. Ну, как пример, если у вас ребенок спит, дверь плотно закрыта, то на стандартной скорости вы можете пылесосить, и на самом деле, возможно, ребенок и не проснется. Но это как пример, что это не сильно громко. Но зато, если вы включаете уже режим Макс, Турбо, то громкость, соответственно, вырастет. В целом, очень хорошо. И самое важное, в чем я хотел убедиться, то, что даже на стандартной скорости он прекрасно убирает рассыпанную землю. На стандартной скорости, прекрасно используя различные типы насадок, к слову, их здесь целых 5, можно и диван, мягкую мебель пылесосить. И знаете, там очень много всякой гадости попадает сюда. Вы даже удивитесь. Ну и, конечно, щелевая насадка под плинтусами идеально просто справляется. Мне очень понравилось, как этот пылесос справляется со своими прямыми обязанностями. То, что нужно, он делает замечательно. Убирает дома мусор. Особо отмечу, что если у вас есть автомобиль, то вы можете использовать некоторые насадки напрямую, без переходника. И такую, и чуть больше, и щелевую, и вы можете ваш автомобиль, и багажник, и сиденье, и все, до чего дотянетесь, пожалуйста, можете пользоваться, вынести с собой, и вполне можно использовать его как обычный настоящий автомобильный пылесос. Это тоже дополнительный бонус будет. Два нюанса, которые я обнаружил. Во-первых, мы его взвесили, разумеется, и оказалось, что чуть больше, чем 1,5 килограмма, как я озвучивал, всего получается 1600 грамм. Ну, мы скинем немножко на пыль, она здесь 10 грамм. В любом случае, это немного. И второй нюанс, это то, что когда мы используем пылесос по прямому назначению для уборки на полу, рука у нас совершенно не устает, потому что колесики, валики крутятся, и силу особо прилагать не нужно. Можно поворачивать, различные действия с ним делать. Очень удобно, особенно девушки оценят, потому что он не тяжелый. Но все меняется, если мы ставим насадки короткие, потому что тогда весь вес, получается, распределен будет у нас на руке. Конечно, можно и двумя руками его держать, но у меня лично даже вот немножко палец устал. При этом минут, наверное, 10-15 мы пылесосили в разные диван, кресло там и так далее. Но это я уже больше придираюсь, просто хочу донести вам. Лучше вот так вот, двумя руками пылесосить, тогда уставать вообще не будете. И самое главное, что он не разбрасывает пыль, не разбрасывает землю, которую мы как тестовую использовали. Собирает даже мелкую кошачью, например, шерсть, на большую особенно насадку. И в большинстве случаев достаточно стандартной скорости. Поэтому, как я и говорил в обзоре, я еще раз подчеркну, это действительно хорошая рабочая лошадка для сухой уборки по цене-качеству. Смотрите, сколько он стоит. Продается он в Озоне, доставляется по всей России в пункты выдачи. И могу сказать, что цена-качество у него действительно классные. Если кто-то пользуется таким пылесосом, пожалуйста, пишитесь под этим видео. Ну а я, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья!